Приветствую вас. Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что вы не задаете свой вопрос. Как это не печально? То есть вы вроде бы описываете свою историю. История, конечно, неприятная. История, конечно, я бы сказал, довольно драматичная. Вот. Но что вы хотите делать с этой историей, мне совсем в данном случае понятно. Потому что, может быть, вы хотели бы что-то изменить. Может быть, вы хотели бы в себе что-то поменять. Может быть, что-то еще. Не я. А изменить девушку вы сможете вряд ли. Изменить ее. Ну, можете, в принципе, поменяться сами. Если вы хотите. Вопрос только в том, хотите ли вы меня? Это очень, как мне кажется, важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Следующий момент, который, мне кажется, тоже довольно важным, это момент, связанный с тем, что вы так достаточно, получается, мощно влюбились в в девушку. Вот, и вас, вот, то, что вы описываете, это больше похоже, я бы сказал, на любовную зависимость уже, да, потому что, ну, думаете вы только о ней, ни на ком больше концентрировать свое внимание у вас в данном случае не получается. Вот. Это довольно-таки тревожный, я бы сказал, момент. Вот. Поэтому совершенно очевидно, что девушке вы придаете куда больше значения, чем нужно. Вот. Не в том плане, что, ну, что к ней нужно относиться менее как-то вот ценностно, да, не в этом плане, а несколько в другом плане, в том плане, что вы ей придаете чересчур большое значение. Подобное, когда значение придается чересчур большое, как правило, происходит в том случае, если человек сам в своей жизни, ну, не очень интересуется, если человеку не очень интересно самому жить. Я бы так это озвучил. И, на мой взгляд, если может быть проблематика определенная, то она в этом глобально, что слишком вам не интересна ваша жизнь. Вот. Что быть может чересчур вы вот скажем так зацикливаетесь на девушке, потому что не очень вам интересно
самому жить, и самому двигаться, самому делать что-то, самому идти по жизни и так далее. Вот. Хотя это, понятно, еще нужно, в принципе, убедиться. Вот, еще нужно убедиться в том, что это, ну, что это действительно так. Нужно убедиться еще в том, что это действительно история про вас. Вот. Нужно убедиться в том, что это правда. Вот. Вот. И то, что делает девушка, я не думаю, что у нее прямо такие цели вами манипулировать. Я думаю, что у нее самой, скорее всего, есть, ну, определенные трудности. Вот, я думаю, что у нее самой есть определенная проблема. И есть какие-то страхи, есть какая-то неуверенность в себе, возможно, и так далее. То есть вариантов тут довольно много. Я не рекомендовал бы вам как-то вот пытаться, собственно, ну, не знаю, принижать, да, вот пытаться принижать девушку, потому что, ну, ничего как бы хорошего, на мой взгляд, из этого не выйдет. Вот. На мой взгляд, ничего хорошего. То есть тут вы можете только, вот, по сути, еще больше пострадать, еще больше уйти вот в этот, ну, в этот негатив, да, и так далее. Вот. Решать, конечно, вам, но мне кажется, что это важный аспект и важный момент. Поэтому работать вам надо бы, как мне кажется, именно в направлении раскрытия себя, своих интересов. Вот, но не через попытку понять девушку и через попытку что-то там до нее донести. Вот. Потому что это у вас может быть, и не выйдет. Вот. Может быть, это сделать, в принципе, и нереально. Вот. Какая-то такая история. А мне кажется, здесь для вас будет актуально. Вот. Так что формируйте свой запрос, я имею в виду, ну, к психологу, да, вот, и начинайте, соответственно, работать. Формируйте свой вопрос и начинайте взаимодействовать с психологом по данным аспектам. Ну, то есть выбираете себе эксперта, да, и начинаете как бы работать. Вот, я думаю, что это
более чем актуальный способ вам помочь. Вот. Чем, например, сейчас, допустим, ну, в какой-то степени, да, мы просто занимаемся гаданием. Вот. И ни к чему мы не придем, занимаясь гаданием, понимаете? А вы ни к чему не придете точно. Через гадание. Вот. А на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Вот, надеюсь, что вы дадите определенную обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, успехов и разрешения всех ваших трудностей и проблем. Обращайтесь за помощью, не затягивайте.